Привет! На этот раз я покажу вам, как можно заплести очень быстро и без особых усилий такую косу. Собрав волос в хвост, заплетем две косички с обеих сторон. Отделим сначала с одной стороны хвоста тоненькую прядь волос, поделим ее на три части и заплетем обычную косичку из трех прядей. Доплетя косичку до конца, закрепим ее тоненькой резиночкой. Теперь отделим с другой стороны хвоста тоненькую прядь волос, также поделим ее на три части и заплетем обыкновенную косичку из трех прядей. В конце также закрепим плетение резиночкой. Теперь нам нужно просто обмотать хвост косичками, накладывая при этом одну косичку поверх другой. Закрепим косички вместе со всем волосом резиночкой для волос. Вот так выглядит наша коса. Обмотать косичками можно либо только верхнюю часть волос, либо весь хвост, распределяя косички по всей длине волос. Косички вместе со всем волосом также фиксируем резиночкой. Вот так выглядит наша коса. Косе можно также придать немного объема. Тогда она выглядит вот так. На этом все. Спасибо за просмотр и до следующего раза. Пока!